Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне рада приветствовать участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. И очень рада тому, что в 2022 году Нижегородский государственный лингвистический университет имени Николая Александровича Добролюбова, знаменитый Горьковский ИНЯС с более чем 100-летней историей лингвистического образования мирового уровня, принимает в своих стенах лучших из лучших. Школьников, избравших для углубленного изучения иностранный язык, язык общения, культуры и души другого народа. Всероссийская олимпиада школьников, как важнейшая составляющая российской системы общего образования, призвана обеспечить постоянное воспроизводство национальной интеллектуальной элиты. Выполняя свою миссию создания максимально благоприятных условий для развития и поддержки интеллектуально одаренных школьников, олимпиада ежегодно наращивает свой потенциал, включая в свои ряды все новых и новых олимпийцев. Покорение олимпийских вершин становится для многих заделом для восхождения на профессиональные и научные высоты. Движущей силой на этом пути станут ваше искреннее стремление к познаниям и самореализация в сфере межкультурной коммуникации. А ваша неустанная работа над собой и творческое горение внесут свой важный вклад в дальнейшее развитие и процветание нашей великой Родины. Уверена, что вы все самым серьезным образом готовились к интеллектуальному соревнованию такого уровня и масштаба. И сейчас, как никогда, от каждого из вас требуется не только наличие языковых и коммуникативных компетенций, но и способность ориентироваться в незнакомой обстановке, быстро оценивать новую информацию, уметь сконцентрироваться на поставленной задаче и, самое главное, быть готовым оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Мультикультурная творческая среда нашего университета, где обучается талантливая молодежь из 130 стран мира, где изучают 17 иностранных языков, а на французском, итальянском, испанском и китайском языках говорят более 1000 студентов и преподавателей, будет поддерживать каждого из вас на всех олимпиадных испытаниях. От всей души желаю каждому участнику заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в полной мере раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал и, конечно же, найти новых друзей, разделяющих ваши интересы и любовь к изучению иностранных языков. Особо хотелось бы сказать слова сердечной благодарности всем учителям, наставникам юных талантов за самоотверженный труд, веру в своих воспитанников, поддержку в гражданском становлении их личности. Дорогие ребята, пусть всегда и во всем вам способствует удача. Выше, сильнее, быстрее – главный лозунг олимпиады. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте, и вам покорятся любые вершины. Больших вам побед!